Лига? Этот браслет пропитан ядом. Из-за него ты отравлена. За шум. Молодая госпожа, что случилось? И почему эта бутылочка... Этот браслет! Откуда здесь этот браслет? Линси, скорее выброси его! Он пропитан ядом! Пропитан ядом? Молодая госпожа! Скорее же! Скорее! Старшая молодая госпожа! Откуда тебе известно про яд? Сестра, о чем ты говоришь? Я никогда никому не говорила, что была отравлена из-за браслета. Даже матушка не знает. Так откуда знаешь ты? Я... Молодая госпожа! Так это снова ты. Ты постоянно продолжаешь идти против меня. Думаешь, мое терпение бесконечно? И что, если это я? С тех пор, как ты вернулась, отец и мать смотрят только на тебя. Все эти годы я была только заменой. Ты даже выйдешь замуж за принца Пэнчена. А я могу только в захолустный Тунчен отправиться. Но почему? Почему так? Все это должно было быть моим. Это ты вдруг появилась и украла все, что принадлежало мне. Я просто хочу вернуть себе. В чем я не права? В чем не права? Ты не понимаешь. В этом мире, если что-то твое, то оно твое. Но если чужое, никогда не станет твоим. Откажешься браться за ум, сама же пострадаешь от последствий. Даже если пострадаю от своих же действий, я верну то, что принадлежит мне. Ты меня ненавидишь, потому что думаешь, что я украла то, что принадлежит тебе. Это я могу понять. Но что отец и старший брат? Зачем ты положила учетные книги в отцовские рабочие покои? Они твоя семья. Как ты можешь так поступать? Не неси чушь. Это преступление карается казнью всей семьи. Зачем мне делать подобную глупость? Я тоже часть семьи Шэнь. Они пострадают, и я пострадаю. Хорошо, что ты считаешь себя частью семьи Шэнь. Слушай внимательно. Лу Юань тебя не защитит. У него не будет такой возможности. Если сегодня что-то случится с семьей Шэнь, я тебя не пощажу. Шэнь Лиге! Не нужно винить человека, не имея доказательств. Я ничего не знаю по этому делу. Ничего не известно? И ты не знаешь, почему отец отправился к горе Цися? Шэнь Лицин, если бы не матушка... Думаешь, я бы тебя до сегодня терпела, и ты бы до сих пор была жива? Слушай, как следует. Впредь с этого момента. Веди себя смирно и оставайся здесь. Моли Будду, чтобы отец и брат благополучно вернулись. А иначе ты составишь им компанию. Молодая госпожа!